Здравствуйте! Сегодня я приготовлю печенье с орехами и сухофруктами. Рекомендую подписаться на канал и включить уведомления, чтобы первыми получать сообщения о новых видео. Приятного просмотра! Просеянную муку соединить с солью и разрыхлителем. Перемешать. Яйца соединить с ванильным сахаром и сахаром. Перемешать до однородности венчиком. Добавить растительное масло и, по желанию, цедру половины лимона или апельсина. Растительное масло можно заменить растопленным сливочным в количестве 30 грамм. В два приема добавить мучную смесь и перемешать до однородности. Ссылку на плейлист с рецептами самого разного печенья оставлю под видео. В завершение добавить промытый и просушенный изюм, обжаренные орехи. Сухофрукты и орехи подбирайте по вкусу, орехи лучше обжаренные. Форму для кекса. Выстелить бумагой для выпечки с антипригарным слоем. Вылить тесто и разровнять. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке на среднем уровне без конвекции 20 минут. Слегка остудить на решетке. Нарезать заготовку на кусочки толщиной до 1 сантиметра. Разложить на противне в один слой. Подсушить в разогретой до 150 градусов духовке на среднем уровне можно с конвекцией 10-20 минут. Полностью остудить. Печенье получается ароматным и хрустящим, с насыщенным вкусом. Его можно хранить до недели в закрытой таре при комнатной температуре. Делитесь этим видео с друзьями, готовьте с удовольствием. С вами была Ирина Подолян на канале «Приятного аппетита».